Гоголь сделал из советского хулигана народного артиста. Да, я сыграл там вот Хлестакова так успешно. Я в школе стал таким популярным очень персонажем. Дюма научил его быть самим собой и подарил верных друзей. И вот и с его размахом подраться, погулять. Вот это вот характер Валентина. А судьба внесла свои коррективы. Не дай бог кому-нибудь пережить столько, сколько пережил Валя. Грамоту королевских мушкетеров. Я взял у вас от вас один открытый лист, а взамен его даю другой. На этой грамоте лейтенанта королевских мушкетеров не проставлено имя. Впишите его сами. Благодарю вас, ваше преосвященство, но для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало. Я понимаю вас, граф.